Я россиянин, я русский, я не хочу войны. Я просто буду молиться всем богам, чтобы никогда такого не произошло. Мы, слава богу, живем не в 41-м году, мы живем в самом высокотехнологичном сейчас времени, когда все, когда высокими технологиями нужно пользоваться. Понимаете, всем, что достиг и добился человек, надо пользоваться этими благами, а не уничтожать их. И, естественно, я не хочу кровопролитий. У меня растут детки маленькие. Почему они должны это видеть? Это в современном-то мире.